Гражданская война, Одесса. Рабиновича ведут на расстрел. Привели и говорят: «Скажи свое последнее слово». «А какой сегодня день?» – спрашивает Рабинович. «Понедельник». «Да, нечего сказать. Хорошо начинается эта неделя». Из разговоров в Одессе. «Матвей Яковлевич, это правда, что вы ждете ребенка?» «Да». «Ну, дай бог. И кого же вы хотите, мальчика или девочку?» «Разумеется». «Вы слышали, посадили за складом одесского пищеторга Вселюбского?» «Вселюбского? Когда? За что? Постойте, что вы такое несете? Вон же он идет по той стороне улицы. Тише, значит, он еще ничего не знает». Целый час товаровед одесского привоза Жорик Блюмкин роется в карманах и говорит жене: «Рая, горе! Я не могу найти свой бумажник!» «А в брюках смотрел?» «Да». «А в плаще?» «Да, смотрел». «А во внутренних карманах?» «Нет». «Почему?» «Я боюсь, если и там нет бумажника, у меня будет инфаркт». На одесском привозе. «Скажите, чем вы кормили свою курицу? А зачем это вам? Я тоже хотел бы так похудеть».